Волонтеры всегда думают только о животных, часто забывая о себе. Мы, люди, которые живут для животных и с животными, отдавая им всего себя и даже больше, часто забываем о себе, о своем здоровье. На это просто нет ни времени, ни средств. Торопишься, думаешь о том, как помочь своим животным, особенно когда они болеют. Но так случилось, что в одну секунду волонтер Ирина Стрижак осталась беспомощной в прямом смысле этого слова. В субботу вечером женщина упала и сломала кисти обеих рук. Переломы со смещением, руки загипсованы, пальцы недееспособны. И так будет как минимум полтора месяца. На одной руке доктор-травматолог сказал, изучив рентген-снимки и состояние женщины, что рекомендована операция. Кормить, ухаживать, убирать, лечить животных она не в состоянии, в том числе и за собой ухаживать тоже. Очень нужна помощь сельским животным и ей самой, так как всегда средства сейчас все уходят на лечение. Состояние женщины сейчас крайне сложное, как физическое, так и моральное. Есть много больных животных и животных-инвалидов, которых также нужен особый уход и питание. Друзья, помогите, очень нужна ваша помощь. Не оставляйте нас с нашей бедой. Нужны сухие влажные корма, крупы. Любая помощь нам очень нужна. Мы сейчас в особенно тяжелом положении, можно сказать, в панике. Как нам дальше быть? Поддерживаем связь с волонтером и ее приютом только через ее дочь. Коротко расскажу еще по новостям и состоянию животных. Котенку Тише сейчас очень плохо. Его возили в ветклинику. Более подробно можно было посмотреть вчера в ролике, был отдельный выпуск про это. Щенульке Эльзе чуть получше, она сейчас на таблетках. Уколы Лера, дочь волонтера, не может сделать животным. Вчера оторвалась ночью Линда, девушке пришлось ее привязывать. Собака для нее чужая, но мать была рядом, и она послушалась. Похоже, девочка загуляла. Она не стерильная. В плане было сделать операцию как можно скорее, а теперь неизвестно вообще, как все это будет. Да, в том-то и дело, она не стерилизована, ночью собаки разрываются, пришлось привязывать и Бублика, он тоже не кастрирован, напоминает девушка. Прощу, одно животное на очереди на стерилизацию.